В то же время прокуратура начала проверку в отношении чиновников, которые должны были отвечать за ликвидацию незаконной постройки. Решение о сносе дома суд принял еще 2 года назад, в феврале 2016-го. Однако здание простояло нетронутым вплоть до взрыва. Сотрудники органов выясняют, почему снос не был организован ранее. По итогам проверки против должностных лиц администрации города могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть 2 и более лиц».